Следственный комитет по городу Ангарску возбудил уголовное дело по факту смерти полуторагодовалой девочки. По материалам следствия вина лежит на матери ребенка. Малышка захлебнулась дома в ванной при купании. Трагедия случилась в микрорайоне Китой. Обнаружила младшую дочь без признаков жизни. Сейчас следственным делом проходят все необходимые следственные действия. Женщина сообщила, что девочка, скорее всего, ударилась головой в ванну и захлебнулась.